Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Мы сейчас все ищем подарки к Новому году. Что же может стать, с одной стороны, универсальным подарком, с другой стороны, таким подарком, который произведет впечатление и который просто выбрать? Это, конечно же, цепочка. Цепочки нужны всем и всегда. Но когда мы говорим о цепочках, тогда, конечно, приходят в голову какие-то необычные плетения. И мы сегодня вам представляем плетение, которое на одном единственном предприятии России производится специально для нашего телеканала. Такая цепочка у нас появилась первый раз полгода назад. Разлетелась моментально. Мы ждали 6 месяцев, прежде чем она снова вернется в эфир. Вот так, к Новому году. В качестве предновогоднего вам сюрприза. Но обо всех секретах этой цепочки мы сейчас обязательно вам расскажем. И ваша улыбка, и сияние нескольких десятков солнц способны сделать любой, даже самый пасмурный день ярким и солнечным. Конечно, здесь солнце, солнце, еще раз солнце, неограниченное количество, я бы сказала, необыкновенное, и каждый из которых вот таким образом блестит. Володь, но почему такой блеск? И блеск, конечно же, из-за алмазных граней. Алмазные грани, которые нанесены на каждый элемент этой цепи, имеют зеркальную поверхность. И каждая из граней имеет специально подобранный угол отражения света. Только поэтому алмазные грани, нанесенные прямо на металл, обладают таким ярким солнечным блеском. Такое сияние невероятное, удивительное, специально для вас. Плетение редчайшее. Володь, ну действительно приятно, когда плетение уникальное, плетение редкое. Да? Давай с тобой рассмотрим, конечно же, все в подробностях. И это, конечно же, прекрасно, потому что плетение включает в себя несколько десятков элементов, которые соединены между собой методом лазерной пайки. У ювелиров, между прочим, один шов такой стоит целых 200 рублей, а у нас только в одной цепи их несколько десятков. Для создания такой цепи ювелирам потребовалось создать это плетение. Понимаешь, оно фантазийное и оно абсолютно уникальное. Прежде чем приступать к созданию, дизайнеры придумали это фантазийное плетение. И это плетение, оно абсолютно уникально. Как ты сказала, что оно создано только на одном предприятии ювелирной отрасли. Причем, знаешь, я проверяла, я ходила по ювелирным магазинам, я пыталась найти хоть что-то близкое, хоть что-то подобное, не нашла. Если вы в поисках редкого плетения, уникального подарка для своих родных, для себя любимой, тогда обратите внимание на наше специальное предложение дня. Цепочку Валентина Солнышко. Номер лота для заказа 004-773-983. На нашей модели, кстати, длина сейчас 50 сантиметров, одна из самых популярных, но у нас есть редкие длины. 35 сантиметров и 70 сантиметров. В частности, 70 сантиметров – это мой выбор. Сейчас при возможности покажу. И вот как раз, да, у нас целый набор длин от 35 до 70 сантиметров. Смотрится эта цепь, конечно же, полновесно золотой, потому что для создания этой цепи ювелирам потребовалось только драгоценные металлы – серебро и золото. Но драгоценный вовсе не означает недоступный, потому что комбинация серебра и золота абсолютно совершенна. И украшение выглядит и используется как полновесно золотое, а стоимость много ниже, чем у серебряного в ювелирных магазинах. То есть такая цепочка всегда у нас будет сиять? Всегда сиять и всегда блестеть, потому что эти алмазные грани это позволяют. Как долго они будут блестеть? Они, ну, с таким же успехом, Ольга, ты можешь мне задать вопрос, когда погаснет наше солнце. Потому что эти алмазные грани будут блестеть и блистать всегда, потому что они нанесены на ювелирном предприятии. Эти грани невозможно нанести ни в одной кустарной ювелирной мастерской. Такие грани смогут стать вашим солнечным спутником. Вот я смотрю, что действительно очень красивое сияние, ощущение, что здесь прям солнце, солнце, солнце. И это солнце у вас в руках. Или скорее будет правильно сказать, солнце у вас на шее. И, конечно, Ольга, посмотри вновь на эти алмазные грани. Они сияют, они блистают, они сверкают. И мне, конечно же, сразу вспоминаются наши новогодние праздники. Как часто мы приходим в гости и ждем от
подарков от тех, кому пришли в гости. Мы ждем, и мы, кстати, очень часто и дарим. Но вот посмотрите, такая цепочка, обратите внимание, как она складывается. Давайте чуть-чуть прям побольше ее покажем, да, посмотрим. Вот так вот она струится, она красивейше ложится на вашу шейку. И вот, кстати, сейчас Ксения использует эту цепь как самостоятельное колье, потому что ширина этой цепи более 3 миллиметров. Она позволяет использовать ее как просто самостоятельное колье. Но при этом это не единственный вариант использования. Эту цепь можно использовать также в сочетании с подвесками. Да, можно носить как одну цепочку, так и каскадом. Вы, конечно же, можете такие цепочки носить. Цепочка Валентина Солнышко – это универсальное плетение, при этом невероятно оригинальное, которые вы можете носить самостоятельно, вы можете его кому-то подарить. И вот действительно, у нас сейчас будет много поездок, много будет праздников. Кто-то к вам, может быть, неожиданно приедет, да? Всегда хочется предложить какой-то необычный подарок, который запомнится. Все-таки цепочка, это действительно может, цепочка может стать из базового украшения настоящим примером ювелирного мастерства и ювелирного искусства, потому что здесь плетение редкое. Произведено на одном единственном предприятии России. Ну, а как себя порадовать еще и что еще можно заказать с этой цепочкой вместе, чтобы получить бесплатную доставку, мы закажем обязательно в течение нашего эфира. Ну что ж, подбирайте длины, не забывайте, от 35 до 70 сантиметров. Это специальное предложение дня для вас. Только драгоценные металлы, алмазные грани, идеальное плетение, которое называется Валентина Солнышко. И все это специальное предложение сегодняшнего дня. Как раз можно носить и вот такие длинные варианты, да, и более короткие, как ваша фантазия позволит.